снизу, что ли, вот так ходить, тупо дебом вот по, какой он большой. Как все можно вместе сказать-то, агрегат, да? Привет, друзья! Сегодня мы вам расскажем об эксклюзивном подгоне от MSI. Это 27-дюймовый изогнутый монитор Optics MIG27CQ. Фичи 144 Гц, 2К, FreeSync, Game Mode и многое другое. Ну а теперь давайте распакуем его и посмотрим, что внутри. Так, сейчас мы аккуратненько здесь прорежем. Оп, все. Давай. Аккуратнее держи, чтобы... Оп, у нас что-то книжечки. Вот это я не знал, что там-то будет. Опа-на. Ну что ж, давай ты, наверное, моник распакуешь, а я все остальное. И вот та самая подсветка. Еще у нас есть одна интересная штучка. Это для того, чтобы мы продевали кабели от монитора через нее. Ну что ж, ребят, сейчас мой коллега Энни будет играть на замечательном компьютере Infinite X. Начинка этого компьютера NVIDIA GeForce 1080 Ti Intel Core i7-8700K. Я сейчас наблюдаю, как он играет в PUBG, у него все плавно, все четко. Картинка не фризит, как видите, я на трех мониторах. Ну что, друг, кулачный бой? В прыжке. Ты не говоришь, что она там пушку нашла. Пока стоит. У меня проблемы. Слышка. Вау! Какой стратегии больше придерживаешься, когда играешь в соло? Знаешь, у меня есть два вида стратегии. Мой самый любимый — это играть агрессивно. Для меня это самое интересное в игре. Но опять же, если я играю целиком и полностью на победу, нет никакого фана, то, понятное дело, я буду стараться играть на плейсмент. У меня вторая броня, 220. Фу. Угу, да. Я нахожу третью броню, но со 100. Что лучше? Третья броня со 100, конечно. Офигеть, я никогда не брал. 1-0 в пользу телезрителей. Конечно, он сейчас двигается, как я, чисто один в один. Теперь у нас в PUBG будет играть Кишандер. В туалете спрятался. Он без оружия хорошо по голове получил. Ну что ж, первый мой килл. Двигается, как я, чисто один в один. A few moments later. Ой-ой-ой, увидел. Полноценное решение для геймеров. Действительно, очень круто и очень классно. Ставлю Лукас и открываю сундук. И нам выпадает... Куртка. Знаете что, профессиональные игроки Counter-Strike, если перейдут в PUBG, они будут играть так же офигенно, как и в CS. Поверьте мне, пожалуйста.